маэстро мешает уже. Погнали! Привет, друзья! Привет! Сегодня у нас три цвета. Конфетти челлендж! Сахарная вата. Да. У нас столько... У нас 9 цветов сахара. Они не только разноцветные, они еще разновкусные. Да. Прежде чем мы поставим машинку, на которой будем делать, давайте разыграем цвета. Соня первая, да? Да. Где-то были наши масочки. Так, сейчас я перемешаю. Так, открывай глазки. Смотри, что ты выбрала. Коль, показывай. Соня хотела голубой. Синяя малина, розовая ванила и виноград. То, что ты хотела, Соня. Да. Теперь Коля на очередь. Давай. Коля выбор поменьше, чем был у Сони. Этот. Лайм. Сонины цвета, да? Пинаколада. Да! Ну давай, Коль, Коль, как пишет вот этот? Черри. Я хотел вот этот. Все хотели. Я поэтому два поставила голубых пузырька, два сахара голубых, чтобы было больше шанса. Нет, Коль, верни назад. А, не хотел бы. Сейчас я вам хочу кое-что предложить. У вас есть возможность, если обоюдно есть желание поменяться одним сахаром. Есть у вас желание? Между собой. Между собой. Да, cherry. Cherry for blue raspberry. But I want to do that. No, no, please. Им розовый не нравится, да? Please. Я хочу синий взять. Эй. Синий у нас favorite сегодня, поэтому. Yeah, for this. No. Хотела синее. Окей, okay, let's go. Теперь нам нужно, чтобы у нас появилась машинка. Давайте хлопаем в ладоши. Один. Раз, два, три. Давай снова. Мам. Один, два, три. Вуаля! Вот такая у нас машиненция сегодня. Ну, смотри, какая там стадия. Можем накормить полспакена сахарной ваты. Кто будет первый делать, разыгрывайте. Сейчас я вам скажу про правила, как делать можно сахарную вату. То есть здесь практически нет правил. Можете делать любого размера, любой очередности, любой формы, как захотите. А зрители потом будут судить, у кого вышла круче сахарная вата. Бригадная машинка. Какую первую? Вот так. Да-да-да. Вот так выглядит этот сахар. И у него... Вот этот... Так уже пахнет. Вот это не очень. Хорошо пахнет. Ты придумал, какой формы ты будешь делать? Просто шарик или что-нибудь придумаешь? Дерево. Дерево из себя сделать, да? Ты будешь ствол и шапку такую. Я цветок сделаю. Зеленую. Как раз будет осеннее дерево называться. Я цветок снимаю, да. Так, ну мне кажется, уже нагрелось. Насыпаем? Да, да. О, расплавляется, видишь? Ага. У-у-у, включай. Слушай, как он быстрый, даже Коль, наверное, не успеет ничего сделать. Давай, крути. Ничего себе. Все, глянь, по стенке размазалась. Больше есть. Так, давай, Коль, еще зеленый или другой цвет уже? Ты сейчас можешь сделать какой-нибудь это самое, как-нибудь ее приплюснуть, да? Форму придать, да. Коль, что делаешь? Не знаю даже. Окей, ладно, называется, все в процессе. Он ее утрамбовывает, короче. Он ее утрамбовывает. Какой цвет следующий? Какой следующий? Вот этот. Слушай, а можно нам на улице сделать, угощать их сахарной ватой и с ними снять видео про это? Угу. Выйдем на улицу и будем делать для всех. Давай... А лучше за деньги. Да, за деньги. Ну что, погнали дальше? Погнали. Да. Коля, лови. А ну... Ниже опусти. Слушай, какая хэллоуинская лапа какая-то. Наперед, Коль, наматывай, напередок. Да, вот так. Пошел, нормально. Во. Глянь, слушай, вот это у него крутая штука получается. Все, наверное, да? Все. Может, ее просто руками снять? Чтобы форму придать.
Так, хорошо. Я, может быть, я не знаю, что я делаю. Короче, ладно. Короче, это учиться. Да, это надо учиться. Мы первый раз на этой машинке, поэтому... Доедают пробный материал. Погнали дальше? Да. Желтый какой цвет дает это, грязный, да? Нет, все равно красиво. Да, ну так, красиво. Но мне кажется, нужно будет в итоге зеленым залить, чтобы зеленоватое было такое что-то красивое. Он же хотел дерево вообще сделать. Нет? Осеннее. У тебя сейчас уже практически дерево, только зимнее на да. палочке. Отлично. Да, классно. Круг такой. О, красиво. Пахнет хорошо. Вкусно? Так, это пинаколада вкусная, да? Пинаколада. Сон, я бы сейчас на твоем месте сделала западлянку, так взяла, отпустила. Хочу розовую, чтобы тут снизу чуть намотаться. Посмотри, как снизу классно. Как цветок зеленое торчит. Оно прилипает, нужно так прилипать. Каждый раз мы делаем. Так, давай, Коля решил еще розовую и зеленого, и все. Чуть снизу розового и сверху чуть зеленого. Руки заматываются. Да, все равно с рук можно будет. Цветок получается. Ты вниз, а не вниз. Я хочу внизу. Давай, окей, запихивай. Все. Короче, папа решил помочь Коле. Таня, она уже разваливается вся вата эта. Намотай ему розовый куда-нибудь. А потом Коля сам зеленое сделает. Ну, получается, тогда держаться не за что. Палочка слишком маленькая. Объясни, что ты захотел сделать. Сонь, подержи его, подержи его. Потому что вот эта слишком большая. Ага, и ты что будешь делать? Потом одну с другой соединять? Лови. Сейчас будет очень много пойдет. Папа от души насыпал 3 ложки. Это будет огромная зеленая вата. Да. О, сейчас упадет вниз. Уже сразу снеговик получился. Инопланетянин. Все, у меня готов. Так, что у Коли получилось? Ты с этого что-нибудь слепишь? Так, я даже не знаю, что он хочет сделать, но что-то хочет сделать. Подержи. Разноцветный снеговик. А, окей. Шапочка. Лолипоп большой. Нет, это у меня снеговик. А если снять и одеть, то будет шапка. В школу пойдешь, не делишь с такой шапкой. Соня, еще подержи. О, красиво. Я еще что-то придумал. Где моя первая папка? У тебя в руках. Вот эту только чуть-чуть, не полную штуку. Поверь. Я догадываюсь, Коля хочет снеговика разноцветного сделать, да? Нет, я хочу шапочку сейчас сделать. А, окей. Оно? Да. Там я вижу низ, серединку, головы нет. Окей. Нет, это голова есть. Это голова, да? А? Ладно. Шапочку Коля сделает. Тогда вот если такой шапочку, то вот сюда, да, ближе к концу наматывай. Все? Все, наверное, да? Нет. Все, закончилось. Желтый цвет даже не видно, да, его, что он желтый? Ну, зеленый и розовый давай. Видно, а желтый нет. Сделай шапочку. Морковку тебе принести? Нет. У нас нет маленьких морковок, может быть. Ничего. Так, это шапочка, да? Стало. Вот так, так. Давайте, запоминайте, какой у Коли снеговик, потому что скоро он пропадет, потому что он не может долго держаться. Ты уже его есть начал? Нет, просто ему шапочку поправил. Так, давай, Коль, поближе ко мне покажи его еще раз. Вот такой у Коли снеговик в шапочке в желтой. А мы переходим к Соне. Мне сначала розовый будет. У меня это... Соня сначала будет использовать пинку. Ванилу розовую. Okay. Потом, наверное, ты будешь использовать фиолетовый, в конце голубой, правильно? Да. Ты придумала уже, что ты будешь делать? Цветок, я думаю. Может быть, розовый. Включайте. Молодец. Пошло дело. Как пахнет, вот это вот сильно пахнет, это ванила, да, ванильный запах. Розовая ваниль. Так, я думаю, что все, наверное. У Сони клубничка получилась маленькая. Смотри, если перевернуть ее. Да, разве это маленькая? Ну, относительно, да. Так, я здесь немножечко соединила. Соня уже с художественной точки зрения подходит, она сразу же там что-то закручивает. У нас там греется все, дым идет. Соня розы делает. Ну что, дальше идем? Да. Какой цвет, Сонечка? Фиолетовый? Давай фиолетовый. Ну, запах какой приятный. Виноград? Тут так хорошо пахнет. Слушай, виноград прям вообще... Оно на лист. Правда, у нас вся люса как в пути.
фиолетовый цвет вообще шикарно. А по бокам, глянь, на стенках там какой красивый фиолетовый. Ну, я вижу там, это розовый. Ну, розовый, да, под этим фиолетовым как что-то нежное выглядит. Получи меня рука это. Ты можешь подержать, я пойду самой моей руки. Дай хоть, смотри, что получилось, Соня. Ну, ничего, так нормально. Слушай, красиво, так хочется сожрать это. Я поделюсь, не волнуйся. Last one. Blue raspberry. Это не последний, я больше добавлю себе. Бери, а, да, окей, сколько хотите. Сколько позволит вам эта палка? Совесть. Палка, вон та. Совести нету в этом случае. Совесть не участвует? В вопросе сахарной ваты какая там совесть? Погнали. У Коли он уже, Коля, да? Снеговика начал приканчивать. Ну, а что правильно нападает? Я отсюда снимаю, и там оттуда свет. И она получается прозрачная. Соня справляется, глянь, Соня молодец, справляется. Я бы не справилась. Покажи. Посмотри, какая она красивая. Видно розовый и фиолетовый. Видишь, как красиво? О, очень красивая. Немножко так. Я делаю что-то. Так, все, Соня у нас сделала бутон розы. Типа. Сейчас что-то будут красивое. Внешние лепестки. Какой-то красивый цветок. Давай. Это пышечка у тебя получилась. Конец. Коли вата превратилась в перо. Как классно выглядит. Соня, видишь, она сделала рельефную. Так, уже появляется какой-то, да, смысл в этом во всем. Уже зонт какой-то получается. Соня, сейчас упадет, верхушка сейчас упадет. Не, не упадет, не упадет, хорошо. Слушай, крути, получается крути. Просто облако. На фоне стены практически не видно. Так, короче, Соня решила вот на этом остановиться. Как ты это назовешь? Что-то из космоса. Что-то из космоса, хорошо, ладно. Сначала это был цветок, потом это стало космическим чем-то. Да. Если учесть, что это был наш первый раз, как мы это делали на нашей машинке, на новой, я думаю, что у детей неплохо получилось. И пусть зрители напишут комментарии, чья вата больше им понравилась. Да? Сонина космическое что-то или Колин съеденный снеговик? Нет, это не снеговик, это теперь торт. Это снеговик, уже растаял. Нет, это торт. Так, а теперь давайте позовем папу. И сделаем челлендж, устроим челлендж для папы. Насколько гигантскую сахарную вату сможет сделать наш папа? А то он над детьми посмеялся, что они не могут тут ничего сделать. Давайте папу позовем, посмотрим, что он сможет сделать. Ну что, папучик, иди. Иди, пап! Ты сразу решил так из горла, да? А чего там? Да. Так, папучик, я тебе советую сразу за два конца держать, чтобы на середине наматывалось. Типа она советует. Соня, да поставь сахар, а? Что ты держишь? Моя. Смотри, как я буду держать. Соня, ты так сразу в рот, ты как трубочку засовывай и засасывай ее. О, папа их делает. Поставьте лайк, кто хотел бы попробовать Сонину сахарную вату. Я бы хотела. Можно? Дай кусочек попробуем. Да, давай. Слушай, запах вообще от вот этой от розовой ванилы. Я знаю, она вкусная. Попробуй. Слушай, сильные такие вкусы. Вот эта голубая вкуснее, малина. Ничего себе! Так, папучик, вот это космическая вата. Глянь, класс! Это какой-то сахар. Друзья, ставьте лайки папе. Я не ожидала, что он такое может сделать. Папа! Вот это попробуй. А сбоку как это выглядит? Ого! Плоскотня какая. Мы, короче, ее немножко утрамбовали. Чтобы было проще что, мотать. Дальше? Дальше какой дед цвет будет? Фиолетовый. Вау! Никит, смотри! Ну, вот это космос. Как хорошо пахнет. Это грейп, да? Виноград. Так, давай утрамбуем чуть-чуть. Давай, нет, Коль, выключи машинку. У нас здесь уже такой бардачень. У меня на глазах висят. На ресницах. Так, это желтая пошла, да? Да. Желтый такой туман. Вау. Коля уже отъедается. Сфер у меня, да? Соня! Соня! Сфер, ну Коля. Сонька такая наглая. Это Сонечка купитесь. Так. Красота. Что дальше?
Лайм. Лайм. Радуга. Интересно, насколько попутчик ты сможешь большую сделать? Она уже тяжелая. Я не знаю, пока у меня донос не будет охота спала. Ты будешь делать столько? Да, конечно. Ну, посмотрим. Что, у меня вся жизнь впереди. Давай, пусть зрители напишут, как они будут попутчить, сделают большую донос или нет. Или она на него упадет. Дальше, мам, какую? Дальше, я думаю, что нужно, чтобы... Синюю, синюю. Я думаю, что нужно какую-то синюю. Пока до живота, до носа не достает. Втягивай, втягивай, пучик. Быстро мешает уже. Нужно вот так, ой, вот так. Задерживать ее. Ой, 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 ой. Ну и последний, арбузный. Никто не трогает. Вот это фантастика, вот это космос. Да. Папа сказал, что он осилит еще один слой. А дай-ка поправлю. Нет. Смотрите какой. Эй. А. Оранж. О, да, шибанул. Слушай, мимо. Это сейчас будет вкус, запах. Мимо шибанул, все. Да? Мама, оно такой же размер, как это... Больше. А больше уже? Ага. Ну ты герой, но не доноса. Доноса ты не сделал. Мама, можно прийти? Мы сейчас сфотографируем это. Никому не советую с такой штукой выходить. Давай, под дождь. Я сфотографирую сейчас, можно? Не ломай, не ломай. А теперь я предлагаю всем, кто тут уже откусил. Не, она чуть-чуть порвалась. А теперь и давайте. Это я опустил ее над этой, над печкой. Печка ее расплавила. Все цвета хорошо видно. Ага. Погнали! Здесь мой труп. Никита, я не видела Никиту. Где Никита? Никиту затоптали. А Никита в ней был. Аня, они ее разорвали. Мама, они ее прикончили, мама. Коль, куда ты без столько? Дайте-ка я на ее консистенцию посмотрю. Даже попробовать можешь. Ой, у Сони в разрезе какая. Тебе нужно было ее разрезать. Посмотрите, какая у Сони красивая в разрезе. Класс. Папа, на твою шляпу. Пап, тебе Соня шляпу сделал, мерей. Одевай, попутчик. Одевай. Одевай шляпу. Ты похож на Бой Джорджа, такой певец есть. Вот у него такой шляпы еще нет, пусть он тебе позавидует. Мы объелись сахарной ваты, было очень вкусно. Очень вкусно? Да. И все теперь липкое совсем. Сейчас мы будем отмывать. А пока на этом все. До свидания. Соня, у тебя слишком много энергии от сахара. Так, дорогие зрители, пожалуйста, напишите в комментариях, чья вата больше вам понравилась, Сонина, Колина или папина. Я знаю, что они все напишут. Если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки. Спасибо, что вы все это время были с нами. Да.